Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Heroish. Так, Форт Александра. И у нас новое задание — пойти в новые земли. Ё-моё, это что? Ой, восьмой уровень. Причем задание стоит на шестой. Ну-ка. Бурые терни. Ну давай попробуем пройти эти бурые терни. Ну, который там медведь, конечно, ходит восьмого уровня. Это жестко. Наверное. Аякс, чуешь опасность? Смотри под ноги. Этот лес полон пауков. А что это он там ловушку куда-то поставил? Кто бы ты ни был, тебе не напугать рейнджера. Там внизу выход из леса. Защищайте фургоны, уходите. Так, ну я пошел. А, фургон. Сопроводите повозку с камнем в безопасное место. Ого. Вот оно как. Блин, я попал в ловушку, ребята. Вот оно что означает. Мелкий крыс, значит, ловушку для меня сделал. Хорошо. Подожди, а что происходит? Да ты серьезно, что ли? Тут кругом, друзья, ловушки одни. Кто там выбежал еще из этой? Медведь. Погоди, погоди, погоди. Повозка, ты куда пошла-то? Тихо. Зашибись. Хорошая попытка, но мы забираем этот камень души. Да, конечно, забираешь ты камень души. Закатай-ка губежки свои обратно, парень. Заберет он. Нашел мне простачка. Давай-ка. Так, что тут у нас за валуны еще? Так, вы куда ушли-то? А, наверх? Фу, ого. Подожди, а это надо было обязательно делать? Где у меня повозка? А где повозка-то моя? Эй! А, они забрали же ее. Они ее забрали у нас. Так, ну это мелкие крысы. Объявили нам, видите ли, войну. Понимаешь? Так, давай, 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 ребята, на подходе. А, не, вон, вон, телега, чего вы мне втираете-то? Телега на месте, все нормально. Блин, ну давай. Давай, 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 бомби по этим. Да их тут дофига что-то, по-моему. Так, сверху идет, идет помощь у нас. Медленно, правда, но идет. Так, тут ловушка какая-то должна быть. Понял. Так, здесь тоже будет ловушка. Давай мага вызовем. Жалко, конечно, мага. Несколько удивляет, что тебе удалось так далеко зайти. К сожалению, король Булви хорошенько нас отлупит, если мы отпустим тебя. Кто там Булви? Я таких Булви, про которых ты говоришь, на обед ем. Не закусывая. Булви. Наверх. Я даже не знаю, куда мне надо. Воу, 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 воу. Смотри, смотри, смотри. Тут нам приготовили ловушку. Хе. Справились на изи. Молодец, песик. И такой появился. Еще приходится делать. Прости, приятель, это конечное. Фургон теперь мой. Ничего личного, нам просто нужен камень.
Так ты попробуй. Ого, смотри, какой чувак. Ты попробуй его сначала забрать, сосунок. Камень теперь его, говорит. Ау. Ладно, ладно. На этот раз мы уйдем. Однако, мне нужно тебя предупредить. Король Булви придет в ярость, когда узнает о том, что вы вторглись во владение зверей. Он должен прислушаться к рейнджеру. У нас очень важное задание. Пожалуйста, поговори с нами. Победил. Столько понтов от этого крысика было. А на деле-то пустышка оказался. Ну что ж. Возможно, дальше будет не так все просто. Друзья мои, я получил 10 уровень. А что это повозка сама по себе поехала? А-а-а, вот же. Итак, вы хотите остановить этого демонического лорда Мардука? Да, но нам нужны звери, чтобы противостоять его магии. Вы сможете нам помочь? Я созову совет племени. Возможно, он прислушается. Спасибо, благородное создание. Погодите благодарить меня. Вам нужен медвежий пик, дом медведей из племени Скального Клыка. Их вождя зовут Король Булви. Он не любит переговоры. Медвежий пик. Чтобы изгнать Мардука, необходима древняя имперская скрипка. Она спрятана где-то под горой во владениях зверей. Возможные награды. Это что такое? Голем? Боевой. Тихо-тихо-тихо, парень. Не ходи тут. Ну что, наверное, мы улучшимся. Мы улучшимся. Почему у меня так много карт? Я не хочу эти карты улучшать. Дайте мне что-нибудь другое. Так. У меня рыцарь 5 уровня. 5 уровня. Так, я его прокачал. И дальше у нас идет... да, я дорогущий чувак. Магов, понятное дело, я сейчас не могу прокачать вообще. Коняшку бы, конечно, тоже не могу. Да. Все, ребят, с финансами очень-очень все плохо. Сундук. Ну, 1800 монет, это я считаю круто. Бранные склоны. Сражение. Что еще за бранные склоны? Опять ты? Эй, Аякс, прекрасный день для драки. Давай найдем тебе вкусную косточку. Нам нужно разобраться с этим камнем души. Ты думаешь, у нас не получится? Эй, я думаю, что у нас очень даже получится. Так, она идет сюда, что ли? Так, надо эту бабку валить. И чем быстрее, тем лучше. Готово. Сундук. Блин, его еще... Ага, все, я забрал. Готово. Она, ребята, возрождается. Поэтому нам нужно ее быстрее уничтожить. Точнее, уничтожить быстрее камень души надо. А я пока сундуки подкрываю. Так, что у нас там происходит? Пока все норм, да? Давай, 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 давай. Е! Yeah. Слушай, довольно легкое было задание. Победа! Кто хочет поплавать? Сколько мы получим опыта, сколько мы получим денег? Вот что меня больше интересует. Ага. Так, ребята, опыт. Еще немножко и уровень будет у нас. Опа-на. Кристальная шахта. Дай-ка я улучшу. А кто? Это что у нас такая за карта? А, ну это имперцы. А почему она новая? У нас же были уже имперцы. Так, сейчас, подожди, вот у меня 5 уровня, что вы мне свистите здесь? Ай, красиво, я их прокачал. Просто по красоте. 8 уровень, блин, опасно. Давай, наверное, вот этого чудика завалим. Потом попробуем взять вот эти шахты 7 уровня.
Так, вражеский воин на подходе, Аякс. Неделями леса страдает от этой угрозы. Нам нужно разобраться с этим камнем души. Тут я полностью согласен. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, демон, вали нафиг. Ага. Так, погнали далее. Мак, ты что-то медленно там зачитался-то книги, по-моему. Ну? Куда побежал-то? Трус. Башня. Ну-ка, если сделаем так. Готов. А вот и камень. Слушай, ну тоже довольно легкое задание было. Готово. В лесу снова тихо, Аякс, идем. Тише некуда, я бы сказал бы так. Ну? Замечательно. Ну что, возьмем кристальную шахту. Нахрапчиком. Получится, я надеюсь. Вега, у меня не было сомнений, что ты появишься. А что, собственно, произошло? Нас атаковали имперские солдаты. В плане вас атаковали имперские солдаты. Похоже, этими имперцами управляют проклятые. А этот портал истощает ядовитый газ. Бедные имперцы, нужно остановить это. Все, я понял, они, короче, ребята... Так, а что это такое? Е. Да. Слушай, тут действительно все очень плохо. Посмотри. Может, нам надо... Так, я еще разок рычажок попробую дернуть. Так, подожди, а чего? Я не понял, Юмра, а почему телега-то не поехала? Она взяла, глюканула, прикинь, тележка вот эта вот. А мы их не пробиваем. Мы им не наносим урона, смотри. О, и возможно стоит сменить стратегию. Да нет, тут не в стратегии дело. Я не знаю, почему телега у меня зависла. С какого перепуга-то? Может быть, рано мне еще в кристальную шахту-то идти? Такой вариант тоже же может быть. Ага. Так, у нас вон там еще мост закрыт. Давай медведя этого завалим. Мать медведица. Интересно. Так, ну что ж, давай посмотрим. Мать медведица. Ой-ой-ой. А там кто, целитель, что ли, или кто там сзади? Фу! Погнали. Ай. Сейчас разнесем. Так, мать медведицу. Блин, как ты там медленно идешь, эй? Магистр кислых щей. Есть. Ну тут довольно быстро. Прям вообще моментально, я бы сказал бы. Так что никаких проблем вообще не было.
с прохождением. Я не могу понять, кто это такой? Мощный воин ближнего боя. С каждым ударом восстанавливает свою броню. Накопив броню, взрывается и наносит большой урон всем врагам поблизости. Хо-хоу. Я его добавляю вместо кого? Блин, вместо копейщика, наверное, возьму. Все-таки непонятно. Мне хочется, ребята, уничтожить вот эту вот кристальную шахту. И не могу. Давай еще раз попробуем. Что-то там должно быть как-то сработать. Так, ну что, это мы с тобой считали, все. Пошли. Вот там какой-то лохмандей вот идет, который... Так, 3, 2, 1. Поехали. Так, подожди, а я же... Ну вот, смотри, она опять выехала и нифига не делает. Посмотри, вот я... Да ну! Друзья, походу здесь еще рано мне. Их невозможно пробить. Их невозможно здесь пробить. Я специально смотрю на их полоску здоровья. Не! Они тебя за 3 секунды просто сносят. Это вторая волна из 9. Ребята, вторая волна из 9. Нет, сюда никак. Мне кажется, рано. Пойду-ка я, наверное, вот сюда. Медвежий пик. Сражение. Кристальную шахту я не могу, ребята, одолеть. Ха, эти грызуны растеряли свой запал. Уже несколько часов они нам не попадались. Вообще-то прямо сейчас за нами наблюдают. Правда? Откуда знаешь? Ох, ядрен матрен, нифига тут. Имперские слабаки во владениях зверей. Флин, слишком много медведей. Нужен отвлекающий маневр. Я буду отвлекать изо всех сил. Не дай ему догнать фургон. Давайте, чудище! Так, фургон. Ох, ё, вон туда. Бежим в эту шахту. Пошли. Попробуем. Так, главное, чтобы Флинн не подвел меня. Куда тут идти-то? Там... Ах ты! Зашибись, я тебе скажу. Лешка, ты бы как-то, я не знаю, быстрее, что ли, ехала-то. Так, пойдем. Там все хорошо у нас. Там вроде все хорошо.
Так, дальше нам нужно идти наверх. Сюда. Подожди, а нафига я это сделал? Вот это я, ребят. Телега, ты будешь подниматься наверх? Блин, она еле двигается, а? Это телега. Так, давай грифона вызовем. Пока вроде норм, да? Блин, он уже сзади. Он уже сзади. Так, здесь покатятся бревна, да? Давай, 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 телега, едем. Так, пробиваем. Бежим дальше. Телега моя где? На месте моя телега. Ну как она медленно едет. А рыцари все погибли, да? Угу. Блин, он уже сзади. Он уже сзади. Так, кто там у меня полетел? Грифон. Мы почти на месте. Так, повозка у нас тут. Так, здесь тупик. Наверх идем. Уходим. Блин, тут еще тупик мне устроили, а? Блин, они уже сзади. Давай, телега, иди, езжай быстрее. Еле-еле едет там. Так, коняшку позовем на всякий случай. А, ага, все. Я думал, почему он у меня наверх не ползет. Все ползет. Эй! Он уже телегу догоняет, ребята. Как так-то? Ну, это несправедливо. Валим, 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 валим. Телега, блин. Рыцарь, ну ты бы мог телегу-то, блин. Придержать, блин. Ёк-макарёк. Ну что? Все. А мы что будем делать? Погибать? Едва пронесло. Всем в шахты! Вернитесь, трусы. Мэм, ну как же Флинн? Ничего с ним не случится. Кто-кто, а Флинн сможет справиться с этим парнем. Ага. Нафиг нам Флинн нужен, да? Правильно. Не без него обойдемся. В считанные секунды Вега скрывается в шахтах.
Флинн вызывает короля Булви на одиночный поединок, величайшую схватку в его карьере. В то же время Лавиния помогает Мардуку выбраться из руин горного приюта. Вот так вот, где-то воюет, а где-то... Кампания завершена. Блестяшки 4000, поздравляем с завершением кампании с героем Вега. Держите немного валюты для многопользовательской игры. Чего? Поздравляем, приключение продолжается в кампании проклятых. Ах, вот оно как. У нас будет еще кампания проклятых? Ха-ха, прикол. Ну давай. Теперь эти глупцы не смогут помешать нам получить желаемое. Моя королева, через Токио мы нашли вход в Академию Бреннера. Прекрасно, мы войдем туда с наступлением ночи и преподадим урок спящим ученикам. Академия Бреннера. Занятие начинается. Подстерегите спящих учеников и приумножьте свое войско скелетов. Мы что, еще за нежить будем играть? Хо-хо, странно. Вначале за одних, теперь за других. Академия Бреннера. Ну что же, давай. Мы уже должны быть под замком. Да, мисс Лавиния, мы прямо под главным залом. Мы не сможем справиться со стражами в одиночку. Придется призвать войско. Угу. Ну что ж, придется призвать войско. Куда это оно у меня? Так, спят. Эти сонные ученики прекрасно подойдут. Нужно всего лишь произнести могильное проклятие. Создайте войско скелетов. О, вот оно как работает. А больше нет у нас таких приколов. Так, скелеты, вы где у меня там? Идите сюда. Хочу вон туда напасть. Наверх. Эти стражи в полной готовности. Если они заметят меня, все пропало. Они не очень хорошо видят в шлемах. Если я проявлю осторожность, у меня получится прошмыгнуть. Не попадитесь стражам. А куда это у меня скелеты делись? Можно вопрос? В плане, а что это вы здесь стоите-то? Наверное, мы должны собрать армию все-таки, я так понимаю, да? Ага, вот я как должен. Ха, по стелсу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я просто не думал, что этот чудик за мной побежит. И еще, да? Воины завербованы. Так, теперь мне, наверное... А что мне сейчас надо сделать? Подожди, куда вы идете-то? А, они в люке. А мне-то что надо делать? Я смотрю, у меня два войска из четырех завербовано всего лишь.
Значит, надо еще где-то вербовать. Наверх, скорее всего, мне нужно подниматься. А как это сделать? А как мне сделать так, чтобы я попал туда наверх? Стой, нарушительница! Ты вторгаешься в земли Империи! Так, друзья, это что-то... из ряда вон выходящее. Да куда ты пошла-то опять? Ну, ё-моё, ну... 2 из 4. Вот там они показаны, что здесь находится где-то. Вот сюда идти, наверное, надо. Ну, точно, ребят. Вот он тут. Спят, красавчики. Короче, за ними можно, ребят, не смотреть. Они сами по себе. Еще несколько прислужников из Академии должно помочь. Так, и вот они, последние. Воины завербованы. Поднять тревогу! В стоках проклятые! Директор Флимикс, большая часть наших ученых пропала. Все в атаку! Уничтожьте вражеский камень. Ага. Ну, и где? А почему вы сюда пошли? Ну, пойдем смотреть. Оу! Давай, давай, бомби, бомби! Все равно башня стреляет. Я думал, мы ее как-то можем задерживать. Ничего подобного. А вон и камень, да? Это же камень. Нет, не пойму, что это такое вот это вот. Не ясно, ладно, пойдем нашим помогать. Они тут сами справились и без меня. Слушай, ну надо наверх. Нам надо наверх и, видимо, вот сюда. Нет. Так, скелеты, а чего вы не... Вот, может быть, они должны уничтожить? Значит, сюда, да, все-таки? Я теперь понял, я могу поднимать падших. Вот оно что. Какие руки. Руки-загребуки. Нормально. Пока тишина, да? Значит, наверное, нам еще выше надо идти. Пойдем проверим. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот, ребята, и тот магистр кислых щей. Как оно замечательно, посмотри. На тебе. А вот и кристалл. Ой. Давай, ребятушки мои.
Замечательно. И кристалл теперь, пожалуйста. Весь прикол в том, что мы вначале за людей сыграли, за имперцев. Теперь мы играем за нежить. Это, конечно, прикольно. Да. Победа. Регулярно улучшать свои заклинания, они станут мощнее. Так, выберите Лавинию либо Мордука. Так, демонический полководец Мордук повелевает демонами и пламенем. Лучше всех на свете. Он может пожертвовать всех воинов и взорвать их на поле битвы. Давай за лорда сыграем. Награда. Какие-то зомби непонятные. Этот взрыв и вправду был умным ходом. Меня почти лишили сил, а мои прислужники разбежались. Но как же наша сделка? Ты не можешь не снять проклятие. Демоны не нарушают сделок. Нам нужно отправиться к шепчущему колодцу и позаимствовать у него древнюю силу зверей. Но сначала нужно добавить еще одну установку в план тура Голдсбора. Когда имперцы разбежались, этот упрямец герцог Генри решил остаться. Герцог Генри скрывается в своей крепости. Возможно, его получится выманить. А она что, мне будет помогать? А ну-ка давай-ка, имперские разведчики, я вам сейчас задницу-то надеру. Смотрите, еще одна группа бездарных подражателей. Сейчас вы узнаете, что такое настоящий рок. Мне нужно выстоять против этих вражеских волн. Давай глянем. Так, упыри. Волки. Летунчики. Так, тихо, уходим. Так, еще и червей вызываем, прикинь. Вот так вот Мордук. Нормально. Взрывайтесь, ребяточки, взрывайтесь. Шикарно. Так, твою налево. Давай, 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 кислотой в него. А знаешь, что обидно, что сам Аня может драться. Я думал, что он не может ничего делать. А он может. Ближний бой у него. Ну куда? Разогнался там, охламонище. Давай, давай, подбили, отлично. Эх, крестьяшки тут бегут. А что это я такое сделал? Блин, мне очень мало хп, ребят. А слово прям вообще мизер. Но зато мы восстанавливаем с тобой здоровье. Что это сейчас было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гори, 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 сгорел. Что-то как-то нежить слабовато, если честно. Надвигается опасная волна. В плане? А до этого была не опасная волна? Обожаю, они еще и горят. Вот это круто. Есть. Давай, давай, бомби. Мне надо было все-таки брать, мне, наверное, эту магичку. Мне кажется. Ох, ядрен матрен.
Песики. Пойдем. Очередное замечательное представление величайшего солиста. Вернемся к мировому туру. Не так все легко, ребята, играть за Мордука, если честно. Ну, еще не забывай, что не прокачал никого. У меня первого уровня войска. Так, нам дали вот этот вот глаз, который надо кое-куда натянуть. О, сундук. Так, ну давай, гоблин. Что бы мне улучшить? Ну, огонь понравился. Огонь надо улучшать однозначно. Мордук запускает вперед огненный шар, который взрывается при попадании и наносит урон всем ближайшим врагам. Враги также получают продолжительный урон от огня. Согласись, я не могу это игнорировать. Плюс. Воин дальнего боя заражает врагов своими атаками. Умирая, зараженные враги призывают личинку. Желчеплевые после смерти также призывают личинку. Вот оно что, понял? Так что желчеплев нужен обязательно тоже. Плюс пёся. Воин ближнего боя получает прирост к силе всякий раз, когда умирает союзник поблизости. Ага. Слушай, ну это круто. Все, пока все, ребята, у меня больше ничего нет. Идите сюда, щеглы. Головорезы. Я мастер по головорезам, так что... Да-да-да-да-да. Имперцы, кстати, с ними тоже дерутся. Смотрите, еще одна группа бездарных подражателей. Давай, Мордук, устроим им огненную взбучку. Лови! Ну согласись, шикарно. Жалко, что вот мне бы сюда призывательница, она бы могла бы... Что сделать? Правильно. Она могла бы вызвать. Опять ты, а? Готово. Блин. Что-то меня эта катапульта как-то вырубает. Давай плевками их. Замечательно. Давай, 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 давай. Сколько там волн-то еще? Две волны побеждено только. Круто. Уходим. На-ка. А вот это уже не круто, не шиша. Блин, я думал, что он не бьет. С удара вынес. Зашибись. Сколько там еще волн-то будет? Этот усилитель еще идет. Давай заплевываем, заплевываем этого шиткобрюха. Очередное замечательное представление величайшего солиста. Вернемся к мировому туру. Офигеть. Что-то я немножко даже думал, все, сейчас пополним нас. О! Я так понимаю, что это улучшенные скелеты. Воин ближнего боя получает небольшое количество брони всякий раз, когда умирает союзник поблизости. У них вот от этого все зависит. Так, убираем одну из бочек. Подожди. Да блин! А, он у меня уже есть. Тогда возвращаем обратно. Так, улучшить. Где ты у меня, скелет? Скелет! А он точно в моей колоде? Ну-ка. Ну, вот он находится. Да, он в моей колоде. Так, все горит. После нас только, как говорится, пожар, да? Нам больше делать нечего. Нам надо нападать вот на этот замок. Это единственное, что осталось тут целым. Да. Ну что ж, давай.
Голдсбора. Осторожно, дружище, среди холмов прячутся проклятые, им нужно мое золото. Давай оповестим стражу. Но, господин, что будет с деревенскими? В отличие от золота, людей можно найти всегда. Вот у них какая политика, нифига там. Ров и башни аббатства препятствуют штурму. А герцога можно выманить, если украсть его драгоценное золото. Я захвачу доки и обеспечу нам корабль. А я справлюсь с концертом сам. Время забрать золото. Угу, погнали. Золотишко будет моим. Так, что там? Прекрати! Хватит меня грабить! На их налоги я езжу в отпуск! Слуги, сделайте что-нибудь! Офигеть, у него слуги. Конница, блин. Да ладно. Ливуны. Так, подожди, у нас наверху было еще золото. Ладно, фиксим. Скелет, ты где? А где скелет? Я бы... А, вон он идет. Да мне надо, чтобы они все встали в кучу. Вот так вот. Ну этот мощный скелет, смотри. Такой мощнявенький. Так, иди сюда. Ха. Так, плевуны. Да разбомбил. А мне обязательно все золото нужно бомбить? Или не обязательно? Ладно, пробьем, сколько есть. Так, плевуны, пойдем. Что они там делают-то? Что он делает? Куда? Да куда? Опа. Так, еще значит золото. А, видимо, надо все золото здесь уничтожать. Ну, выходи. Довольно, язычники. Мы с моей церковью сами уничтожим ваш камень души. Такая музыка еще. Разогнался. И далеко ли ты? Так, ребят, нам надо перехватывать его. Я правильно иду? Он здесь же, да? Это не пойму я. А... Да. Да, что ты будешь делать? Ага. Да ему не жить. Все, все, все. До свидания. Хо-хо. Хорошо. Как насчет этого? Я украл золото и задал жару этому тупому герцогу. Теперь надо найти королеву Лавинию. Прекрасно.
О, мы еще и левел ап. Так, нам в награду дали этого некроманта. А, и спокойного герцога получится прекрасный неживой полководец. Я пошлю его на разведку в землю зверей. Выдвигаемся, время встретиться со своими друзьями проклятыми. Не сомневаюсь, они захотят взять у меня автограф. Автограф. Оу. Это что? Стойте, почему они обстреливают мой корабль? Похоже, нам придется задержаться. Моя королева, ходят слухи о вашем союзе с демоном. Некоторые проклятые возмущены. Глупцы, разве они не видят? Мардук нужен нам, чтобы снять проклятие. Эй, Явин, Глосник и Жница Присцилла подняли восстание. Возможно, я смогу переманить предателей на свою сторону. Я умею убеждать. Гниющие доки. Мерзкий Явин явил свои права на доки. Отмойте его хорошенько. Нифига там жиробас такой. Значит, отмыть его, да, хорошенько. Ничего не имею против. Так, этот чародей превращает ближайших павших врагов в скелеты. О да, это нам пригодится. Так, подожди, а колода у меня как состоит? Угу. Убрать. Добавить. Не-не-не-не, убрать. А, она у нас есть. Уже стоит. Так, ну что, дай-ка я вот, наверное, попрактикуюсь вначале на бандитах. Я не могу и шагу ступить, не наткнувшись на папарацци. Предоставим им материал для репортажа. Мне нужно разобраться с этим камнем души. Как скажешь, парень. Все будет чики-бамбони. Надо помогать. Ну куда же ты, родной? Да, собак этих, конечно... Собак очень быстро уничтожает. Так, нормально. Он допекет меня, просто допекет. До свидания. Похоже, мы разогнали всех этих противных фотографов. Демон. Такой приколист. О, еще и левел 4. Так, друзья мои, в награду мы получили какого-то жиробаса непонятного. Ну-ка, кто он такой? Воин ближнего боя, умирая, взрывается и заражает всех задетых врагов. Чем дольше он остается в живых, тем крупнее и мощнее становится. Звучит как план. Так, ну что, я видел там вроде каких-то пройдох тут неподалеку. Кто это такие? Имперская армия. Да плевать я хотел на эту имперскую армию, я буду всех гасить здесь. Смотрите, еще одна группа бездарных подражателей. Давай, сейчас мы им устроим тут. Так, а что стоит в стороне? Мы же ближний бой. Давай, 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 отлично. Поехали рубить. Ой-ой-ой, ну что там броню так... Быстро у меня броню сняли. Я тебе скажу. Круто, ай. Так, вот мне бы, да, ребят, мне бы вот не помешало бы.
Блин, мне бы не мешало, видишь, сколько этих трупиков. Да что ж вы все-то побежали? И они все побежали, главное. Блин, как бы мне туда вот этот бы запустить, а? Пускай горят. Ай-яй-яй. Воскрешай, воскрешай, воскрешай мне этих болванов, скелетов. Твою налево, блин. Ладно, я надеюсь, армия моя справится-то, нет? Не справилась, да? Скелет, выходи. Дай мне этого. Ага, оживляй. Ну что, ну что это? Блин, так запинает они. О, пошло дело. Есть. Ну что, вернемся к мировому туру. Так говорит наш демон. Ух ты, это еще кто? А ну-ка, это что за... Воин ближнего боя поджигает врагов своими атаками. Нифига себе. А вот его-то у меня в колоде нету. Теперь есть. А подожди, а Жарабаса-то тоже не было. Ха. Играем тут. Погоди, я не пойму. Он... А, вот он. Теперь он у меня есть. Третий уровень, третий, пятый. Ну давай сюда зайдем. Кто? Повстанцы? Да, эти инди-группы совсем запустили себя. Давайте я покажу вам настоящую музыку. Мне нужно выстоять против этих вражеских волн. Поджигает врагов, говоришь, да? Так он заражает, а чем? Чё-то я не вижу. Да. Чё-то дело дрянь. Видишь, как он... я никакого возражения что-то не вижу. Так, летуны. Блин, что-то эти скелеты, ну, уж чересчур мощные, ребят. Не пробиться. Сколько там еще волн-то? Пси. Фига они там шпарят, посмотри.
Так, давай слизни, пошли. Горите в аду, утырки. Пошел я бомбить, помогать. Сейчас погибну. Вы будете... Короче, давай сделаем так. Есть. Вот так нужно устраивать концерты. Пора в тур. Моей гитаре уже не терпится сыграть где-то еще. Я, кстати, знаешь, что сейчас подумал? Ты помнишь, мы с тобой играли в игру, где мы за рыцаря стрелялись, там еще замки, у нас грифоны, великаны были. Там тоже во второй части мы искали эту гитару для демона. Вот она мне чем-то напомнила. Кастл, как-то там кастл с чем-то связано. О, книга или что это такое? Что это мы сейчас такое заработали? А ну-ка. Так, Мардук играет ужасающую мелодию, проклиная всех врагов поблизости, нанося им урон. Умирая, проклятые враги оставляют усилители брони. О, да. О, да, ребята. Это мне надо. Это мне, извините меня, надо. Так, что мы уберем? Мы уберем, наверное, песика вот этого. А вот эту штуку обязательно добавим. И, конечно же, протестим. Кто? Мыши-мародеры? Точно. Мыши-мародеры, друзья мои. Да. Надоели эти инди-группы. Сейчас буду зажигать по ним. Ой! Куда ты, Рэй? Зажег вообще в другую сторону. Вот не тупой ли, а? Нафига я вот эту вот сейчас музычку играл? Да, вот это уже интересненько становится. Вот и все. Вот как нужно устраивать концерты. Согласен с тобой, Мардук, согласен. Сейчас было вообще замечательно. Вот, с помощью этого проклятия, конечно, круто. И у нас новый уровень. Так. К нам прибавляется какая-то летучая мышь. Воин ближнего боя. При призыве мгновенно уничтожает часть брони всех врагов поблизости. Ого. То есть мне достаточно призвать, и она броню сразу гасит. Ну, это шикарно. Вот куда ее поставить теперь? Вот в чем вопрос-то. Я, наверное, уберу вот этот огонек. Как-то так. Так, а этот еще кто такой? Повстанцы Явина. Так, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.